Уважаемые дамы и господа, был дан третий звонок. Ladies and gentlemen, that was the third bell. Уважаемые дамы и господа, мы рады приветствовать вас на Сокольском Ленинском театре. Убедительно просим вас не использовать фото- и видеоаппаратуру и отключить мобильный телефон. Ladies and gentlemen, welcome to Mariinsky Theatre Concert Hall. We would like to remind you that photography and the use of video equipment is strictly forbidden. We also ask that you switch off your mobile phones. Пирогов напечь, пиво наварить, до санов женить.
Thank you.
Фестиваль арфы «Северная лира» посвящен большому другу Мариинского театра, японской арфистке, меценату Йоко Нагае Чискине. Мы очень тепло вспоминаем ее, она была очень близким мне человеком, и этот фестиваль – память ее. Мне всегда хотелось сделать арфовый фестиваль в Санкт-Петербурге. Я подошла к маэстро и предложила ему такую идею, что в России мало арфовых фестивалей, арфу надо популяризировать. Можно ли сделать фестиваль в Мариинском театре, посвященный Йоке? Он сказал, конечно, дал добро, спасибо ему большое. И вот появилась такая идея. Первый фестиваль был посвящен Петербургской арфовой школе. Моим прабабушкам и прадедушкам, которые первые преподавали в консерватории Санкт-Петербургской, играли в Мариинском театре. Это Альберт Цабель, Вальтер Кюне, который преподавал также в Смольном институте смолянкам арфу. В этом году фестиваль проходит в третий раз. Первый раз он проходил в 2017 году, и к нам приезжала солистка из Израиля, Юлия Ровенская. Это солистка Зубина Мэта, оркестр Израильской филармонии. Она училась в Петербурге и очень долго не приезжала сюда, и когда я пригласила ее, она была безумно счастлива. Она давала мастер-класс, она играла концерты. Сейчас наш фестиваль начал немножко разрастаться. В прошлом году приезжали три арфистки из Сербии. Играли концерт, который написал специально для прошлого года мой брат, называется «Концерт «Миражи» для трех арф с оркестром». В этом году солистки Большого театра будут его исполнять.
потому что еще особо больших таких концертов для трех арф нет. Это первый, наверное. И в прошлом году приезжала одна из самых выдающихся арфисток, Мария Луиза Райан. Это американская арфистка. Она приезжала к нам из Чикаго, она давала мастер-классы, играла знаменитый концерт Хоакина Родриго. Опять же, этот концерт написан для гитары, арфисты его обработали и играют на арфе. И, по-моему, звучит даже лучше, чем на гитаре. Очень хотелось бы популяризировать арфу. В основном все знают скрипку, голос, фортепиано. Да? Это как на конкурсе Чуковского в этом году будут духовые инструменты. Дерево иметь. Очень бы хотелось показать наш инструмент, что мы не хуже. Поэтому, конечно, это очень большое событие для Петербурга. В принципе, в России очень мало арфовых фестивалей такого масштаба. Хочется пожелать всем участникам, зрителям, всей большой команде Мариинского театра нам удачи. Наша классная группа ребят, которые транслируют наши концерты Мариинского театра из концертного зала, из новой сцены Мариинского театра. В прошлом году очень много людей посмотрели эти трансляции, и мне начали поступать заявки. «Софья, можно приехать к вам на фестиваль? Нам очень интересно, это так здорово». И хотелось бы отдельно сказать благодарность ребятам, которые снимают, которые помогают, которые выкладывают. Это тоже очень сложная работа. Спасибо вам за ваш труд и вот так, за такую рекламу нашего фестиваля. Добрый день, дорогие друзья! Рада приветствовать всех, кто находится вместе с нами в концертном зале Мариинского театра, а также тех, кто смотрит онлайн-трансляцию на сайте ТАСС. Наша встреча сегодня проходит в преддверии 6-го фестиваля «Северная лира», и об участниках и особенностях фестиваля текущего года расскажут наши уважаемые спикеры. Итак, безусловно, это солистка Мариинского театра, основательница фестиваля арфы «Северная лира» Софья Кипрская. Софья, добрый день, рада вас приветствовать. Добрый день. Заслуженная артистка Калмыкии Галина Авджаева. Галина, здравствуйте. Заслуженные деятели искусств Калмыкии Савр Катаев. Савр, здравствуйте. И народный мастер Алтайского края Александр Гнездилов. Александр, добрый день. Добрый день, дорогие друзья. Рада вас приветствовать здесь. Спасибо, что проявляете интерес к нашему фестивалю. 22-й год объявлен годом национальных культур. И в нашей огромной, многонациональной стране есть очень много национальных инструментов. И все они родственны нашей арфе. И мне бы очень хотелось петербургскую публику познакомить с этими завораживающим звучанием этих инструментов, таких как скифская арфа, африканско-западная кора, кельтская арфа, электро. Уникальные инструменты привезли Савар и Галина из Калмыкии, восстановили алтайскую ядху и калмыцкую национальную арфочку. Александр Гнездилов восстановил и воссоздал скифскую арфу. Думаю, публике будет очень интересно познакомиться с такими инструментами. К сожалению, они очень-очень редко звучат в больших залах. У нас будут прекрасные мастер-классы от Людмилы Рохлиной и Эмилии Москвитиной, которая приезжает из Москвы с классом своих лучших студентов и исполнят очень зажигательные дуэты и трио для арф испанской и французской музыки. С 5 по 10 апреля, в концертном зале в фойе на 4-м этаже мы можем услышать интерактив от Сергея Чернышова. Он будет играть на западноафриканской арфе коре, на которой еще никто никогда не играл в Петербурге. Александр Гнездилов нам расскажет про скифскую арфу, которую он воссоздал. Мне также очень хочется познакомить нашу публику с удивительными людьми, которые живут в Петербурге. Валерий Брунцев. Он живет на Васильевском острове. У него дома уникальные музейные экспонаты. Выставка, которую он собирал всю жизнь. Это выставка народных инструментов мира. И лишь
маленькую часть его драгоценностей, но спасибо большое, что он предоставил нам эти инструменты, мы сможем увидеть в фойе на интерактиве с 5 по 10 апреля. Галина, пожалуйста, слово вам, о вашем участии в фестивале. Чем будете удивлять петербургскую публику? Добрый день. Буду удивлять публику своим народным инструментом калмыцким, называется ядха. Она у нас появилась в конце 19-го, в начале 20 века. В храмах играли на этом инструменте для элиты. Такой инструмент есть в Китае, он называется цинь, в Корее – каягым, в Японии – кота, в Монголии – ятык, в Бурятии – ятак, а в Калмыкии – ядха. Разновидности этого инструмента есть 13-струнный инструмент. Это он предназначен для начального обучения, там струны капроновые. Есть концертный инструмент, это 18-струнная ядха и 21-струнная. Здесь у нас струны металлические, синтетической обмоткой. Естественно, звучание здесь ярче, чем на ученической ядхе. Так, Алтай-ядха, буду еще играть на Алтай-ядхе. Алтай-ядха — это вообще миниатюрная арфа кочевников. Ну как, вот раньше измеряли расстояние верстами, а кочевники измеряли расстояние песнями. То есть это аккомпанирующий инструмент, на нем играли, пели кочевники. Они, значит, ставили на лошадя, на коня, там специальные подставки, играли, то есть скакали и пели. Да, вот. Да, да. Да, нашли этот инструмент в горах Алтая рядом с погибшим воином. Потом, значит, отреставрировали в Монголии этот инструмент и привезли его к нам в Калмыкию, подарили. То есть у нас была в Калмыкии презентация, привез с Монголии Дагван Гансурев. Он приехал на презентацию и подарил этот инструмент Калмыцкому музею имени Пальмова. Музей передал Национальному оркестру Калмыкии. Вот таким образом появился этот инструмент у нас. Этих инструментов у нас несколько экземпляров. Мастер подарил этот инструмент президенту нашей страны, президенту Китая, тоже некоторым президенту Монголии. И вот музейный экспонат тоже, так скажем, да, но в музее, когда увидели эту ядху, она сказали, что на ней можно исполнять произведение, поэтому благодаря нашему национальному музею Калмыкии она перешла в как бы национальный оркестр, и сейчас действительно мы можем ей пользоваться и демонстрировать на ней свое творчество. Пожалуйста, расскажите, какие премьеры прозвучат на фестивале? Наш замечательный хореограф Дмитрий Пиманов специально делает хореографический номер для арфы и виолончели. Произведение называется «Вальс на свидание». Его написал мой брат Эдуард Кипрский. Он композитор и пианист. Также работает со мной в Мариинском театре. Думаю, это будет такой очень романтичный дуэт. Это премьера. Опять же, в принципе, все произведения, которые будут исполняться 8 и 10 числа в концертном зале. Это новинки, они еще никогда не исполнялись, даже если они композиторы 18-18 века. Андрис Измайлов откроет концерт 8 числа на средневековой романской арфе. Ирина Пыжьянова будет играть на колесной арфе и дуговой. Там такое разнообразие, мне кажется, публика останется очень довольна, я в это верю. Спасибо большое. Нам поступил еще один вопрос. Галина Саврон, к вам. Вопрос следующий. Сложно ли сохранить традицию игры на древних инструментах? Пожалуйста, кто начнет? Ну как сложно? Мы возрождаем наши старые инструменты. Мы будем как показывать. Конечно же, благодаря этому фестивалю мы максимально, и как и арфа будет продвигаться, да, я думаю, и наши национальные инструменты, и вот развитие, как раз-таки, как Александр сказал, да, скифской арфы,
вот этот год культурного наследия, он, я уверен, что даст такой необычайный толчок развитию всех этих инструментов. И хотелось бы, пользуясь случаем, как раз таки пожелать успеха фестивалю и новых, вот, новых произведений, премьер, новых имен, чтобы действительно дети наши учились на арфах, на ятхах, на скифских арфах. Чем больше у нас будет детей, тем больше у нас будет, наверное, в мире добра. Спасибо большое, Савар. Хочу добавить от себя, наша богатая страна, наша любимая родина настолько развита в плане любви к инструменту, к искусству, богата талантами, и я надеюсь, что на следующие года мы будем приглашать как можно больше участников и развивать наш фестиваль. Спасибо большое. Вам. А теперь, пожалуйста, послушаем Галину, я так понимаю, для Савра. Расскажите про эти инструменты, из чего они сделаны. Калмыцкий инструмент, калмыцкая ятха, делают из кедра, из сосны, из абрикосового дерева. Вот это вот сосна. Вот. Ну, корпус прямоугольный. Это верхняя дека. На верхней деке находятся струны, верхний порожек, головка инструмента. Здесь находятся колки. С помощью колков мы натягиваем струны вот с помощью этого ключа. Дальше. Нижний порожек есть. Там отверстия для струн. Подставки. Так, на нижней деке у нас находятся резонаторные отверстия, ножки. В принципе, все. И про алтайскую ятху? Я, честно говоря, не разбираюсь в дереве. Я могу сказать, что вот рога, да, этого горного козла, это настоящие рога, собственно, как и подставка. А дерево, я думаю, что это, если Алтай, я думаю, это тоже сосна. Вероятнее всего. Здесь похоже на кедр. Вот дека кедровая. А здесь плотная древесина, может быть, даже это вишня, так, груша, да, что-то вкусное и крепкое. Да, ну дело в том, что я вот знаю, что струны, да, раньше делали из жил. Да, вот, собственно, и что здесь, что и тут, в принципе, это вот идентичность, наверное, у всех родственных инструментов. Да. Нейлон, жила или железные струны, конечно, делаются. Раньше в Житомире делали струны, я приобретал. Галин, мы попросим вас сыграть на этих замечательных инструментах, о которых вы подробно рассказали нам сейчас. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Bye.
Oh,